Да я их порву. Что это такое? Мне все равно тереть уже нечего. Он может нам что-нибудь подогнать, вилку, ложку может. Мы из них можем заточку сделать. Мыло не роняем ни в коем случае, ни в коем случае. Помнишь, как ты играл раньше? Забудь! Мы представляем вам проект серверов Anturnet Z, пожалуй, лучший из проектов. Мы не соврем про то, что у нас все идеально, но у нас отличная оптимизация, ежедневные акции, уникальные системы и круглосуточная техподдержка. Anturnet Z. Новая надежда для Anturnet. Всем привет, покажите, с вами Теспи, и мы попали в тюрьму. Это закрытый бета-тест, я не знаю, бета-альфа, в общем, это закрытый тест сервера РП-тюрьмы. И сейчас мы посмотрим, что он себя представляет. И зашел, тут сразу же что-то допрашивают, они как-то отыгрывают. Интересно, давайте вольемся в роль. Я прописал кидстарт, мне опыта не дали, мне дали три документа. Да, ко мне обращаются. Это вы, как я понимаю, да? Да. Покажите ваш паспорт. Надеюсь, это паспорт. Просто мы на 3, на 4, на 5. Это медицинская карта. Так, паспорт вот, на пятерку у меня паспорт, вот он. Дайте я его полистаю, пожалуйста. Я съел паспорт? Хорошо. Я ощущение, что это паспорт. Теперь просто следуйте за нами. Ну все, давайте отыгрывать, давайте на серьезных щах. Мы все-таки попали в тюрьму. Вы замыкающий, я веду. Все, идем. В общем, я попал в тюрьму за то, что я грабил банк. Конечно, это, конечно, дело такое себе. Так делать не нужно. За это в тюрьму попадет 100%. Я был неаккуратный, попал в тюрьму. И, собственно, конечно, хочется с нее выбраться. Но для этого надо обзавестись связями. Кто тут будет? Что тут будет? Кто тут авторитет, не авторитет? В тюрьме, насколько я знаю, надо быть очень аккуратным. Поставим, смотрите. Вы сейчас находитесь в распределительном блоке. Мы вас ведем в наш офис, где мы ознакомимся с вашими личными делами. И дальше, собственно, мы решим, в какой блок вас отправят. Куда вас отправят, зависит исключительно от совершенных вами преступлений. От их тяжести. И на этот сервер попасть, достаточно проблематично, потому что на этом сервере стоит пароль. Чтобы получить пароль, надо пройти тест. И, в общем, и сейчас закройте вообще дверь, закрытый, да? Тест. Ворота, а где вообще? Тут какая-то огромная тюрьма. Мы идем по каким-то, я не знаю, сначала какие-то прошли какой-то сад или что-то такое, где очень много зелени было. Сейчас какие-то тут дома, как будто тут прям жить можно. Я вообще, когда смотрел на скриншоты этой тюрьмы, было интересно посмотреть, что это вообще сервер себе представляет. Выглядело просто как тюрьма такая прямоугольная, а тут прям кучу всего наставили. Это вообще, это такие тюрьмы, что ли? Это лакшери тюрьмы получается, то, что тут везде. И дома, и лавочки, и все, что хочешь. Так, вот мы пришли. Это, может быть, они тут живут? Нас вроде ведут на допрос? Ё-моё. Товарищ подполковник, здравствуйте, как вы и приказывали, я при новеньких. Наверх, туда. Здравия желаю. Ё-моё, тут электричества не хватает, вот чего не хватает, очень темно. У нас, как всегда, нет проводки в офисе, ночи и ночи. Нет, включите генератор, он в соседней комнате. Темно. Итак, у меня первый к вам вопрос. Назовите, пожалуйста, ваши фамилии. Моя фамилия Самедов. Да, есть такой. Вы приговорены всего лишь к пожизненному одному заключению. Ну как всего лишь. Это печально, но ничего не поделаешь. За убийство человека. Угу. Хорошо. Вас, получается, отправляем в блок А, который находится на этой части острова. А ваша какая фамилия? Деспи фамилия. Деспи. Угу. Сейчас посмотрю. Да, такой тоже есть. Вы Николай, я так понимаю, да? Да. О, давно такого не было. Вас приговорили к смертной казни через инъекцию. Чё? Ой. Да, такого уже 5 лет здесь не было. Обалдеть. При этом всего лишь за убийство. Странно. Ну ладно, приказ есть приказ. Придется выполнять.
Я никого не убивал, банк грабил, никого не убивал. Блока, также у вас будет день или полтора на то, чтобы мы выполнили ваш, так скажем, последний ужин и отправили вас в блок С на выполнение приказа. Да. Бойцы, можете, в принципе, их отводить? Слушайте, надо как-то сбежать с этого, что это вообще не дело. Руки, так, руки вверх. О, блин, а... Можете, и Санидова тоже. Давненько в тюрьме-то я не был, давненько. Удивился того, что у нас заключенного приговорили к смертной казни. Помнишь, да, подполковник ведь, прошлая казнь была когда, полтора года назад. Да не, полтора года назад тогда была ошибка какая-то. Там типа через смертную казнь, но ее отменили почему-то. Ну, я не в курсе этих дел. Но на моей практике последняя была 5 лет назад. Ладно, у меня аж мурашки по коже пошли. Мы их ведем тогда в блок? Да, в блок. Сначала в блок А, который находится неподалеку, а потом в блок С отведете их. Хорошо. Ну не их, а именно... Которые... Короче, какая-то жесть. Какая-то жесть. Ощущение ожидал то, что мне пожизненно дадут. Я думал, то, что тут самому надо ПРП представить. Ну, какая у тебя там... что ты совершал, какое преступление. А тут оказывается то, что там в личном деле уже написали, что ты что-то совершил. Что вас к смертной казни приговорили. Вообще, с какого штата? Просто в большинстве штатов уже отменили смертный приговор. Я с Калифорнии. А что же вы натворили такого? Да... Я не помню, чтоб я кого-то убивал. Это вообще бред какой-то. На самом деле все так говорят. Блин, а что? Я вообще не ожидал, что я кого-то убивал. Я никого не убивал, алло. Что это мне сразу смертная казнь? Я же хочу и ПРПшить. А мне смертную казнь дают. Что это такое? Ой, там еще турели стоят. Ё-моё, тут ты просто не сбежишь. Там турели за этим, за периметром. Закройте ворота, моё, конечно. Сервер, насколько я знаю, Hard RP, тут очень сложный RP. Ну, это не как там RP Life, на RP Life попроще. И тут нет третьего лица. Так, третье лицо, оно будет помогать сбежать, так что, наверное, для этого его отключили. Вы можете снять с него наручники, а вот Николая нам нужно завести в камеру, так как он смерть. У меня даже называют по имени. Видите, как... А что это, я в наручниках еще буду? Я их порву. Что это такое? Мне все равно терять уже нечего. Мне нечего терять, у меня пожизненно. Николай, мы снимем наручники в камере. Пойдем в следующий раз. Ну, хотя бы в камере снимем, потому что в наручниках спать. Да, скоро снимут наручники. Ну, конечно. И вы можете свободно передвигаться по корпусу. По корпусу, по своей камере я могу свободно передвигаться. И что это тут вообще? Можете, пожалуйста, снять с Николая наручники? Да, снимите с меня наручники, что это такое? В наручниках спать? Это ж вообще издевательство. У меня последний день еще в наручниках тут находиться в этой камере. Все, давай снимай, что ты в этом стоишь? Ковыряй, давай. Такие добрые все эти охранники. Так, Николай, я сейчас принесу вам покушать. Ожидайте. Я схожу в комнату охраны. Даже принесут покушать? Слушайте, это какая-то лакшери камера. Может быть, они так заботятся о тех, кого на пожизнь, не на пожизнь, на смертельный этот срок. Я, так скажем, недоволен вашим поведением, поэтому я... Да чего тебе? Будет это так... Да я не знаю, подставили меня. Доклади наверх. А, это наказание какое-то. Так ты что... Блин. Ты что, не слышал? Наказание какое? Казнь у меня. Я спал. О, так такого 5 лет не было. Да, что-то тут не чисто. Ты, походу, кому-то крупной шишки насолил. Да мне... Я даже не знаю. Я вообще потерян. Уф, нет. Все, тихо. Как они нас не услышали? Они не говорят, что ничего. А, это кто? А, тут еще один зэк? Тут еще, что ли, зэк один? А я думаю, это тот, который со мной был. Ну что, ты будешь пылесосить так? Какое время там? А, водички мне принес, отлично. Прогулка почти. Я думаю, вам этого хватит на ночь. А, да.
Денис, давайте уходите уже отсюда. Бой, пожалуйста, заходите в вашу камеру. Все, давай садись туда и все, и уходите отсюда. Все, идите отсюда, охранники. Что вы тут будете? Идите спить. Ладно. Блин, ну как что, дверь открывается? Новоприбывшие. Сейчас будет отбой, поэтому можете ложиться в свой койке. Надо ложиться еще. Тут как бы... Да, кстати, отключите там генератор. Тут сразу же бросается в голову, ну, какой-то план побега или что-то такое сделать. Они выключили еще свет. План побега каков? Ну, надо как-то найти ключ от этих камер. Как найти ключ от этих камер? Вообще, куда бежать? Я вообще не понимаю. Я знаю то, что турели за периметром, и меня расстреляют просто, если я убегу. И что, и как мне сбегать из тюрьмы? Слава богу, участь не так, как у Николая. Я никого не убивал. За что? Там пишут в чате. Пока они спят. И рулечка. На что с самим рулетиком это? Ты слышишь меня? Да-да-да. Они нас поведут скоро покушать. А нам нужно что-нибудь оттуда забрать. У меня там есть знакомый повар. А он тоже раньше здесь сидел. Он может нам что-нибудь подогнать. Вилку, ложку может. Мы с них можем заточку сделать. Mm-hmm. Здесь есть нигеры. Они утром тренируются в спортзале. Если захочешь потренироваться, то только ночью. Поэтому, чтобы тебя там мыло ты случайно нигде не уронил, надо заточку с собой носить или пропадешь. Понял. Блин, если бы заточкой можно было открыть эту дверь, очень был кайф. Нигерам свой обед отдавать, ну или ужин, и любое, что у тебя есть из еды, что они захотят. Нигерам надо отдавать... А зачем? Зачем я прослушал? Зачем отдавать? Я не понял. Еду отдал. Ну, нигеры все тренируются в этом спортзале. И чтобы там тренироваться белым или мексиканцам, нужно им обед или ужин отдавать. Понял, а если понял. Ты не отдаешь, ну они тебя просто не пускают. То поэтому тренироваться только ночью. Понял. Все, у нас светлеет, кстати. Ура, светлеет. Ночь быстро прошла. Подъем. Да тихо. Мы уже проснулись, мы уже все стоим, ждем. Мы хотим хавать. Блин, прикольно. Надо еще заточку надыбать. И заточку уже что-то пытаться делать. Сразу делаем все свои дела в туалете там и. Чтобы не было. Тоже, может, а тут еще туалет у каждого. Какая-то элитная рили, камера. Что-то какая койка, спальник, все, что хочешь. Мы тоже все кушать хотим, как утром, может, время для завтрака. У вас по расписанию, что у нас, Аня? Да, заключенные ладно, управляют этими охранниками. Выходите. Да, время для завтрака. Всем. Здравствуйте. Даже я на такую экзекуцию пришел. Это как что, мой последний день, что ли? Когда у меня это казнь? Покорным. Так заточку надо как-то надыбать. Повар. Говорит, повар там должен какой-то быть. Окей, от повара надо отыгрывать. Повара надо получить. О, вон и повар. Так, присаживайтесь. Надо с поваром побалакать. С поваром. А это кто? Мы с ним можем поговорить? Нет, нельзя. Охранник, черт. Еще по очереди будем накладывать. Повар продает еду. Получается, тут еще надо все зарабатывать на еду, чтобы вообще выжить. Может, ты будешь умирать, и все. Тут пока что кормят. Пока что охранники добрые. Мне попались добрые охранники. Они такое стараются. Ну, отлично. Блин, хочу тоже подойти к повару, поговорить с ним, побалакать. А мне-то элитному дали сразу еды кучу. Блатных пока что и не замечено у нас, короче, тут. А ты что не ешь? Верхушка приказала. Да, кусок в горло не лезет. Когда новость узнал, то, что его ждет меня. Пацаны. Так вот, товарищ сержант. А что думать? На этих решетках видишь медные петли. Медные петли, если на их очень сильно нагреть, они слетают. Медные петли, если их очень сильно нагреть, они слетают. Это вроде зеркало, увеличивающее, там было. Лупа, все такое. Так, подожди, у меня что-то какую-то подсказку дал. Медные петли. Медные петли, если их нагреть, они слетают. Значит, отсюда можно сбежать. Это намек, мне кажется, он шарит. Так, как к повару подойду. Я с вами буду следовать до блока. Так, что-нибудь вкусненькое есть? Вилка, мне нужна. Где вилка?
А у нее только еда. Еда по 300 баксов стоит. А откуда у заключенных такие деньги? Где вилку взять? Так, а где вилка? Где вилка? Вилки нет. Сэр, да? Что-то вилку не нашел. Все, все сыты, все поели, вас можно идти. Да, да, все покушали. Он, блин, дал сам ложку. Ну, давай, погнали. Ну, это что-то новенькое, прям. Вау. Так, из этого заточку можно как-то сделать? Так, ты там какие-то крафты есть, отлично. Что-то есть, что-то можно сделать, отлично. Я просто надо как-то времени не дают продышаться. Постоянно эти охранники с нами ходят, не дают продышаться. Вообще ничего посмотреть невозможно. Так, а это мы куда идем? На работу? Переодевайтесь, снимайте вашу одежду, кладите ее сюда. Так, сейчас я. Да. Три тепло надо, и мы сделаем заточку из ложки. Да, вот оно как. Офицер, вы можете подобрать документы заключенных, потом вернете их? Так, а это что такое? Это душ? Это душевая. Блин, у меня сейчас найду заточку. У меня нет, я не могу спрятать себе в руки. Это его граждан. Ё-моё. Спрятать заточку. Прятать заточку тут. Все, я спрятал заточку. Так, Ну что вы стали раздевать? Раздеваемся. Заточку я спрятал там, надеюсь, она не пропадет. Очень надеюсь. Давайте под душ. А, это душ, ё-моё, я думал, это работа. Нас мыть будут, господи, что это такое? Мыло не роняем, ни в коем случае. А уронит ли кто-нибудь мыло, ждет нас трагичный финал или какая-то удача к нам придет, мы узнаем в следующей серии. Обязательно ставьте лайк, давайте соберем 2000 лайков. Вот 2000 лайков, и я пойму то, что вам это видео очень нравится. То, что вам нравится этот проект. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Удачи, друзья, и до скорых встреч.